57-летняя исполнительница хитов «Я королева золотого песка» и «Мамин крестик» пожаловалась на вопиющую несправедливость. Анастасия рассказала, что в выплате пенсии ей отказали, потому что у нее нет положенных лет стажа. По закону пенсию выплачивают людям, у которых стаж не менее 13 лет. «У меня же они насчитали 10 лет, 9 месяцев и 13 дней», – объяснила артистка. «Сдаваться женщина не собирается. Я подала в суд на пенсионный фонд. Мне не нравится вся эта история. Меня, Анастасию, просто лишили пенсии. Как это так, я сама не поняла. В таком шоке нахожусь, не передать словами. В шоке абсолютном. Считаю, что это просто какой-то бред», – негодует исполнительница.